Всем добрый день. Вчера на розеточке заказал набор: саперная лопатка, нож, топорик, пила. Сегодня вот забрал, доставочку сделали сразу, причем доставка была с Одессы в Киев. Вчера был сделан заказ во второй половине дня. Сегодня во второй половине дня заказ уже был в отделении в Киеве. Что ж, посмотрим. Да, кстати, что хотелось бы еще добавить, что заказ оплачивал при получении уже на новой почте. Неплохо упакован. Посмотрим, что мы имеем внутри. Так, чехол с одним отделением. Точнее, с двумя. Тут в одном отделении для топора, во втором отделении, соответственно, сама лопата. Ручка снимается, внутри находится ножик, и вот уже есть такая чуть-чуть первая проблема. Пила у нас не вытягивается. Попробуем снять лопату. Ага, тут фиксатор. Все оказалось проще гораздо. Как-то тут интересно зафиксировано, что этот же фиксатор. Ага, он находится непосредственно в самом ноже, точнее в пиле. Так, на вид все вроде эстетично. Здесь мы имеем... Трубка немножко согнута, но я так понимаю, это под как раз под отверстие для топора и для лопаты. Трубка стальная, довольно прочная, гнуться вряд ли будет. Ножик с открывалками. Тоже хорошая сталь. Пила очень хорошо заточена. Я думаю, что-то спилить как раз в каких-то рыбацких или полевых условиях будет легко. В общем, на первый взгляд заказом доволен. Посмотрим, как будет в работе. Спасибо.